Вайтай – спортивно-туристический центр «Златибор». В самой красивой зоне Златибора, в 100 метрах от озера, вблизи дорожки здоровья, окруженной зеленью и многочисленными спортивными объектами – теннисные корты, бассейны, футбольные поля – находится здание, из которого открывается уникальный вид на все, что делает это место привлекательным. Вайтай находится недалеко от Королевых Канака. На площади 14 300 квадратных метров располагаются жилые и спортивные объекты, кафе и рестораны, а также развлекательный центр. Этот многофункциональный объект единственный на Златиборе, прежде всего благодаря современному спортивному залу и обеспеченной парковке для автомобилей и автобусов. Спортивно-туристический центр Златибор находится на высоте 1000 метров над уровнем моря. Здесь чистейший воздух и благоприятная роза ветров. А также это место столкновения горных и морских воздушных масс. Количество солнечных дней в году более 200. Условия проживания соответствуют самым высоким стандартам. Спортивно-туристический центр «Златибор» располагает 22 одноместными номерами, 2 двухместными, 3 трехместными, 8 студиями и апартаментами и одним жилым апартаментом площадью 120 квадратных метров. Жилые единицы оснащены в соответствии с самыми высокими гостиничными нормами, качественной мебелью, флат-ТВ-экранами, кабельной ТВ, телефоном и беспроводным интернетом. Студии и апартаменты имеют кухню и столовую, а большинство из них имеют террасу. Ресторан находится на втором этаже. Питание в форме шведского стола, а кухня всегда к услугам многочисленных спортивных команд, которые часто имеют специальные требования усиленного режима питания спортсменов в период подготовки. Кафе находится на четвертом этаже, непосредственно около ресепшн. Теплые и освежающие напитки, ежедневная пресса, хорошая книга и ТВ – все это создает уютную атмосферу отдыха. Первоклассно оснащенный спортивный зал идеален для подготовки команд и проведения матчей. Десятилетний опыт показал готовность спортивно-туристического центра «Златибор» ответить всем требованиям пользователей, о чем говорят многочисленные организованные соревнования по баскетболу, боевым искусствам и боксу. Площадь паркета спортивного зала 1500 квадратных метров, высота 15 метров, количество мест 712. А на телескопических трибунах можно разместить 2500 зрителей. Путем опускания разделительной занавеси зал делится на 3 стандартные баскетбольные площадки, что дает возможность тренироваться такому же числу команд. Спортивный зал имеет VIP-ложу, отличные условия для работы прессы и тренажерный зал с фитнес-программой. Многочисленные баскетбольные команды из Сербии, Словении, Македонии, Черногории и России тренировались в спортивно-туристическом центре «Златибор» и без сомнения в титулах «Партизана», «Красной звезды», «Будучности», «Работничков» и других клубов есть заслуга спортивно-туристического центра, который предоставил отличные условия командам во время подготовки. Также и результаты волейбольных и баскетбольных клубов, которые часть подготовки для больших соревнований проводили именно в этом спортивно-туристическом центре. Непосредственно около спортивно-туристического центра «Златибор» находится футбольное поле. А если к этому добавить, что менее чем в 100 метрах находится открытый бассейн и 4 теннисных корта с шлаковой основой, тогда картина о спортивном предложении будет полной.